Так, і я вже представляю, до нашої студії завітав Роман Максименко, спеціаліст із вибору велосипедів, власник велопрокату. Доброго ранку, вітаю доброго вас ранку в нашій студії. І як вже бачите, у нас тут багато велосипедів сьогодні, ну, два, але вони заповняють майже нашу всю студію, так? Бо і є дорослий, є дитячий. Давайте для початку. Велосипед, от так, як правильно, що при першій от побачив велосипед, на що краще звертати увагу? Если выбирать его для себя, конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на раму в плане размера и геометрии. То есть, если вы высокий человек, вам надо выбирать в первую очередь большую раму, вы не сядете на маленький велосипед. Вот. Но очень важно еще непосредственно действительно на него присесть, потому что какой бы он большой и под ваш рост не подходил, какой бы он ни был, очень важна геометрия рамы, то есть его расположение, чтобы вам на нем было удобно. Если велосипед, если вы чувствуете на нем какой-то дискомфорт, какой бы он замечательный, дорогой, красивый и интересный не был, это не ваш вариант. Так, от дорогий, чи варто звертати увагу на ціну? Бо часто от думаєш, ну дешевий, то він буде поганий, але буває, що може і навпаки, там і дорогий може бути не дуже зручний. Все-таки більше ціна все-таки говорить о качестве велосипеда, потому что более дешевые производители, вот, они не могут предоставить того качества. Качество езды велосипеда, вот, тех, того навесного оборудования, переключателей, да, которые, опять же, способствуют качеству и удовольствию от езды. Вот, поэтому лучше, конечно, выбирать подороже. Но, опять же, я бы посоветовал бы обратить внимание, возможно, даже на не новые какие-то бывшие в употреблении велосипеды европейского производства. Там все-таки находятся более качественные оригинальные компоненты, потому что, как знаете, сейчас очень много подделок, да, и все новое делается тоже в Китае, как бы, и не очень высокого. Тобто обирати десь за кордоном, дивитися, вибирати. Ну і давайте тепер розбиратися про види велосипедів, бо я читала їх дуже багато, там і різні, так, і гібриди, і чоловічі, жіночі, дитячі, там, і давайте розказувати, як їх, ну, як вони виглядають, як, чим вони відрізняються. Да, действительно, видов очень много. Как правило, сейчас все люди используют, ну, большинство, наверное, используют велосипеды, так называемые МТБ, горный велосипед. В чем преимущество и удобство этих велосипедов? У них есть амортизационная вилка впереди, вот, и, возможно, амортизатор еще под седлом находится. В чем преимущество? Этот велосипед мягче, то есть в плане амортизаторов он амортизирует и на неровностях съедает все эти неровности, да, вот, и делает ваше передвижение более мягким. Все-таки это более щадяще и для вашего позвоночника, грубо говоря, от ударов не будете страдать, вот, и... Сплыв на наших дорогах, так? Да. Вот, это мягче, но если вы хотите спортивный велосипед, вот, то лучше выбирать более жесткий. Потому что часть энергии, которую вы затрачиваете на педалирование, на кручение, да, и на ускорение, эти амортизаторы будут съедать и просто гасить вашу энергию, да, вы не достигнете такой скорости, которой надо. Вот, поэтому шоссейные велосипеды – это элита велоспорта, это самые быстрые, самые легкие. Вот. Це, так зрозуміло, ці ще тоненькі такі. Да, так, да, на тонких колесах, але не кожен зможе, не кожному удобно на них їздити. А чому, от, чим вони можуть бути незручні? Посадка у них більш лежача, тобто практично треба как бы лечь на велосипед, на раму. Ну, часто, да, ми бачимо на дорозі, от їде ось так, ляже, так і... Да, не кожному удобно. МТБ все-таки предлагає більш широкий діапазон розмірів рам, как бы, і посадок, да, можна і більш ровно, как бы, можна больше согнуться вперед, наклониться, да. Вот, поэтому МТБ более универсальный способ. Есть прогулочные велосипеды, но это больше для неспешных, приятных прогулок, да. Я думаю, і більшість дівчат люблять. Я так зрозуміла, ці такі дівчачі, такі маленькі велосипеди, ось з корзинками, то це і да, прогулочні, да. Так? От, я сама собі хочу, але поки що в мене є спортивний і кручу педалі на ньому, називається так. Ну добре, дитячий велосипед. Давайте декілька хвилин. От як правильно вибрати для дитини, на що звернути увагу? То же самое, то есть, какой бы красивый велосипед не был, ребенка нужно посадить на него, вот, и попросить его проехать. Вот, потому что в первую очередь ему должно быть удобно, у него должны при посадке тоже стоит обратить внимание, что правильная посадка на велосипед — это когда вы сидите на сидении, опускаете ноги на асфальт, вы должны носочками касаться асфальта. Сидеть в этом положении будет вам неудобно, но при езде у вас будут правильно разгибаться ноги, не будут уставать, и у вас будет правильное положение.
на велосипеде непосредственно. Вот таким образом надо выбирать как бы и размер велосипеда под себя и mm-hmm. под ребенка в том числе. А ось часто батьки вибирають, ну, не беруть такі дитячі зовсім, бо його скоро, ну, дитина виросте, mm-hmm. а беруть одразу на виріс. Чи це правильно? І які, можливо, передачі швидкості? Наскільки правильно брати дітям з цими перемикачами от в такому плані? С экономической точки зрения это, конечно, правильнее, да, потому что дети растут быстро, и взять велосипед на один год сейчас не каждый может себе позволить. В принципе, дети адаптируются быстро, как и большинство из нас, да, в детстве все катались на огромных велосипедах еще под рамой. Uh-huh. Вот, это тоже было нормально. В плане переключения скоростей, да, лучше выбирать велосипеды, у которых есть переключатели. Вот, потому что можно и подниматься на самые большие горки, и ездить с самой большой скоростью. Зараз поговоримо трошки про жіночі, чоловічі, наскільки вони відрізняються. От, mm-hmm. Ну, я так розумію, найбільший критерій – це в рамі, так? От, ну, да, действительно, хоч сейчас всі вони і більш-менш універсальні, дівчинки катаються і на мужських велосипедах, на високих, спортивних, легко, mm-hmm. но, тим не менше, все-таки для дівчинки, для некоторых дівчинок предпочтительнее з низкою рамою, тому що не всі ходять в джинсах, хтось mm-hmm. і в платьице, да, хоче покататися, вот, і на високий велосипед. Вот, забираться не очень-то и удобно я будет. Я думаю, в сукне-то дуже ризиковано кататися, но... Тем не менее, катается очень много... Люблять кататися, да? Дивіться, на що звертати увагу? Що дивитися, можливо, десь там той гвинтик не так, чи от як звертати увагу? Не, ну, должно... Щоб якісний вибрати, от, а не взяти який, що він через тиждень і розсипеться на дорозі. Опять же, это должна быть в первую очередь какая-нибудь все-таки именитая фирма, mm-hmm. вот, с хорошим навесным, то есть в велосипеде помимо рамы важны еще колеса, важны переключатели скоростей mm-hmm. и перекидки цепи. Вот, те, которые, да, те, которые переключают uh-huh. переключатели, да, те, что управляют скоростями. Вот, это самые важные компоненты, которые там есть. Вот именно на них и стоит обратить внимание, они должны быть очень хорошего качества все. Угу. От ви сказали про колеса. На що звертати увагу на колеса, які вони бувають за розмірами? Да, в основном на взрослые велосипеды колеса бывают трех типа размеров. Это 26 дюймов, 29 дюймов и гибридные. Вот как гибридные mm-hmm. велосипеды, да, это потому что они на гибридных колесах 27,5. Много споров есть между тем, на каких выбирать, на 26-х или на 29-х, потому что большое колесо 29-е, на нем быстрее ты можешь разогнаться с горки и меньше крутить педали, а 26-е как раз на горку легче разогнать, потому что оно меньше. Вот, поэтому и придумали 27,5 размер, чтобы ни вашим, ни нашим. Ага. Вот, и тех, и других устраивало, да. Вот, но на самом деле я со своим ростом 1,90 м катаюсь на велосипеде с 26 колесами, мне достаточно удобно и комфортно. Ну, а каждый уже должен подбирать под себя, угу. Тобто, тому, что больше нравится. Тобто тут же більше під себе, так? Да. Як собі зручно, так і вибирати. Як стосовно ширини, бо от ми, поки була перерва, ми говорили, да, з вами, що от розкажіть, наскільки от ширина впливає на їзду? Да, чем будут более узкие колеса, тем, опять же, быстрее их можно будет разогнать. То есть меньше сопротивление качению, больше скорость. Чем колесо шире и чем оно зубастее, вот, тем оно будет медленнее ехать, больше будет тормозить. Но, смотря где вы будете ездить, если вы ездите исключительно по городу, по асфальту, вам надо более покатый рисунок протектора на колесе. Да, и их можно брать более узкие. Если это будет пересеченная местность, грунтовка, какая-то посадка, вот, то лучше брать пошире, позубастее, так как сцепление будет с грунтовой дорогой лучше, и вы не упадете на поворотах где-нибудь. А взагалі, дівчата, беріть ті, що поширше і швидше схуднете, так буде важче кататися. Так, ну і переходимо до того, що от, я думаю, обов'язково має бути на дітях, коли вони катаються, це ось обладунки, ось такі от шлем, як я починала, да, розмову і на... Да, для дітей особливо важливо, щоб у них був либо шлем, ну, вірніше, і шлем, і защита, тобто наколенники, на локотники. Потому что детям, в первую очередь, для того, чтобы им научиться, да, надо преодолеть страх. Чем больше они будут одеты в обмундирование какое-то, да, которое позволит их... Лицари на велосипедах. Да, позволит их защитить. Тем меньше они будут бояться падать на велосипеде и быстрее научатся. Все очень просто. Ну, а для взрослых шлем обязателен.
Вот, потому что в жизни случается всякое, никто не застрахован от падений, да, и шлем может спасти вам жизнь в любую секунду. А чи є якісь ще, от, окрім шлему, от, засоби, ну, я не знаю, от, можливо, на дорозі, щоб не збили, там, помітили, от, що обов'язково має бути теж на дорозі? Да, в темне время суток обязательно нужны какие-то огни габаритные, то есть свет передний и задний, да, чтобы вас могли обозначить, увидеть. Также светоотражающие жилетки, светоотражающие полосы, катафоты. Вот. Это действительно очень важно, потому что я сам и автомобилист, и велосипедист. Угу. Вот. И часто попадаю в ситуации, когда велосипедисты ездят без света, я их не вижу и рискую вот, попасть в ДТП из-за них. Да. Вот. Угу. Точно так же как бы и не видят меня. Вот. Если даже я еду со светом, да, многие автомобилисты невнимательны. Вот, поэтому чем лучше вас будет видно, тем надежнее, как бы, да, и безопаснее, в первую очередь, для велосипедиста, так как это самый незащищенный участник движения. Слухайте, ну дякую, стільки сьогодні інформації отримали по вибору, я думаю, тепер ви точно знаєте, на які критерії, ну, дивитися, як вибирати собі велосипед, на що звертати увагу. Дякую вам, нагадую, сьогодні у нас гостя був Роман Максименко, власник велопрокату, спеціаліст із вибору велосипеду, допоміг нам сьогодні розібратися, який екотранспорт обрати для себе. Дякую вам.